girls. I'm gonna surprise him because I need some sex, okay? Hang on a second. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Are you racing or watching, Franklin? You got this! Show me what you got! Let's see what we got!
just... Come on, babe. Oh, hell no! You're about to get put in the motherfucking ground now. Здравствуйте, в эфире новости CGN. Появилось геймплейное видео из игры World of Speed – Мир скорости. Это условно бесплатные онлайновые гонки. Любопытно, что заезд происходит в Москве, так что все московские автолюбители могут сравнить ощущения от езды по центру и поискать отличия в настоящем и виртуальном пейзаже. Как человек, который каждый день захватывает часть представленного в ролике маршрута по дороге на работу, могу сказать, что в таких условиях покататься по Кремлевской набережной можно лишь во сне. А в действительности две полосы из трех были бы заняты неправильно припаркованными эвакуаторами, между которыми примерно с той же скоростью, что и в видео, неслись бы обладатели номеров АМР-97. А все остальные прокатиться с ветерком по московскому центру смогут уже в начале 2015 года. Это все увидимся через час. С новостями CGN вы всегда впереди времени.